Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, Валерий Крючков, авторской передачи «Защити себя сам». По многим письмам людей, которые пишут там по интернету, вообще встречают, говорят, спрашивают, сколько, с каких лет нужно заниматься с детьми и вообще, как это нужно делать. Вот сейчас мы приблизительно расскажем, покажем, вот, например, я своей семье, это мои внуки. Вот, мы покажем, как в семье заниматься нужно с детьми и потом отдавать их в спортивные секции, чтобы они там росли и улучшали свои физические качества. Детей нужно любить и с ними нужно заниматься. Сейчас вы вот увидите сами. Как обычно, с чего нужно начинать? Ну, просто к самому раннему детства, с малых, вот как только ребенок родился, все, начинать нужно с ним играть. Играть, возиться, ковыряться, то есть он тем самым будет развиваться. То есть его не нужно заставлять, принуждать и там какие-то рамки ставить. Ну, а потом уже, когда они начинают привыкать к этому, мы уже начинаем что? С общей физической подготовочки. Иначе потом ничего просто не будет получаться. Это обычные простые упражнения. Отжимания, например, да? Отжимания. Поехали, встали. Упор лежа, отжимаемся. Начинаем. Раз, два. Грудью касаемся. Три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, грудью, 13, 14, 15, 16, 17, 18, смотрим вперед, 19, грудью, 20, встаем, встаем. Например, следующее упражнение, мы это делаем обычно комплексно, на основные группы мышц. Следующее упражнение, пресс, подъем туловища. Все, встаем, иди сюда. Поднимаем пресс. Ну, вот он, Коля, поменьше, ему 4 годика, ему нужно придерживать ножки. Руки за головой, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, давай. Восемь, давай, девять, давай, десять, давай, одиннадцать, поехали. Двенадцать, тринадцать. 14, быстрее, 15, быстрее, 16, быстрее, 17, быстрее, 18, быстрее, 19, быстрее, 20. Далее на ноги, то есть руки проработали, грудь проработали, пресс проработали, ноги. Мы начинаем делать руки за головой и выпрыгиваем. Поехали. Раз, два, три, вверх, 4, 5, 6, не прыгаем, 7, на месте стоим, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо. Дальше, как обычно, в общем-то, как бы все уверены в том, что и говорят, и думают, что в этом возрасте, вот они возраст 4-6 лет, что подтягиваются рано, что они как бы не в том возрасте, что еще подтягивают, силы развиваются в другие годы, там лет с 10 и так далее. То есть, ну вот мы сейчас вам покажем, что это как, в общем-то, не так. Вот 4 годика. Пошел, подтягивание. Давай. Десяточку. Давай. Куда? Вот, пошел. Во. Раз. Два. Три. 4, 5, давай колян, 6, пошел, 7, пошел, 8, пошел, 9, пошел, давай, 10, есть, хорошо, теперь ты, 6 лет, пошел. Раз, два, работай. Три, работай. Четыре, ты чего ждешь-то? Ты что ждешь, висишь? Пять. Шесть. Давай. Семь, давай, дотяни. Дотяни. 8. Еще 2 раза. Давай. Пошел. 9. А далее мы упражнение делаем на гибкость. Мы встаем на мостике и уже после этого сначала на мостик, а потом с мостика. На мостик, с мостик. Перекидочку делаем. Да? Есть. Значит, мостик учиться нужно делать по стеночке. Давай покажем, как по стеночке.
Вот. Да. Раз, и по стеночке опускаемся, 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 и потом по стеночке поднимаемся. То есть, и чем начинаем подальше, ножки ставим, давай ты покажи. Вот, давай, давай, давай. Вот, да, да. Сначала ноги подальше ставим, как только можем, встаем. Встаем по стеночке. Встаем, встаем. Вот, хорошо. Вот, а потом ближе, 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 ножки ближе, и, соответственно, мостик становится круче. Как только мы со стеночки разобрались, и сразу мостик начинаем ставить на месте. Все, с места, со стоечки. Раз, и перекидочку. Оп, хорошо. Раз, перекидочку. Давай, давай, давай. Оп, молодец. Теперь ты еще раз. Еще раз. Перекидочку. Оп, хорошо. Хорошо. Значит, следующее действие. Что у нас с вами идет? Кувырочки, да? Давай, Коля, делаем кувырочек вперед. Кувырочек назад. Давай, кувырочек вперед. Оп. И кувырочек назад через встань на ноги. Вот так. Встань на ноги. Еще раз. Кувырочек вперед. И назад встань на ноги. Ну-ну-ну-ну. Встань. И кувырочек вперед, встань на ноги. Кувырок вперед, встань на ноги. И оттуда кувырок назад. Давай, четко. Ну, сейчас это разгибом сделал. Ну, давай. Давай, давай, давай. Вот так, хорошо. Ты пошел разгибом. Оп, молодец. Еще. Оп, молодец. Так, подъем разгибом попробуешь сделать? Есть. Давай. И оп, молодец. Все. Ну, в общем-то, вот так приблизительно в игре мы начинаем развивать детей. А после уже переходим там, к борьбе, к приемам и так далее, тому подобное. Они хоть занимаются в секции греко-римской борьбы, но основное действие, основная работа, в общем-то, проходит все равно дома с отцом. Вот стоит отец, который потом будет тоже с нами участвовать здесь и показывать различные приемы. Что нужно знать при занятиях с детьми? В общем-то, ничего сложного и ничего такого необычного. Их просто нужно любить и отдавать свои силы для того, чтобы им было интересно, вам было интересно, чтобы всем было хорошо, и тогда только они будут развиваться. Их просто нужно любить. С вами был я, Валерий Крючков, от детской передачи «Защити себя сам».